Это Авик ТХ! С Блэкспотом? Что? Как же мне повезло! Я в шоке! Это настоящий Киргул! АКР ТХ 100 трек! Это нереальный ухуп! Листаем дальше! М40 Монстр 100 трек! Чего? А чё так дорого? Вы чё, на приколе? Обалдеть! Ориджин Касик! Я Ориджин Касики не видел овер много времени. Ну что же, ребята, я вам говорю прямо сейчас правильную стоимость этого аккаунта. Итого, стоимость этого аккаунта... ДАДЕХАЛ! Что в переводе с китайского означает? Всем привет! Прямо сегодня, ребята, я купил аккаунты китайских трейдеров! Китайские трейдеры — это самые жесткие трейдеры в истории стендоффа! Сегодня будет нереально какое-то видео, потом прямо в эту секунду прожми огромнейший лайк, подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий, потому что прямо сегодня я тебе что-то подарю с китайского аккаунта! Ну что же, ребята, наш аккаунт номер один. Вы спросите, что означает этот ник? Я уже перевел при помощи Google камеры. И знаете, что он означает? Он означает слово пинч! Пинч! Кто пинч, уважаемые? По всей видимости, тут играл какой-то китайский пинч. Ха-ха-ха-ха. Так, ну что, давайте смотреть. О май, куплено 153 уровня Gold Pass! Это нереально купной аккаунт. Обалдеть! Как же мне повезло. Дальше я вижу ранги. Рейнджер и Gold 3. Это просто какая-то лютая, просто лютейшая имба! Смотрим статистику. Чемпион 6-й сезон. 5-й сезон элита. 4-й легенда. Элита? Мастер. Обалдеть, мне подфартило. Это прям какой-то лютый, киберспортивный аккаунт. Ну что, ребята, давайте не будем тянуть резину. Погнали посмотрим инвентарь. Что? 42 тысячи! Голдишки на балике! Да, да, да! Это лютейшая импулечка! Ну чё, давайте смотреть дальше. Что же вижу, что же вижу? О май! Какой же это дорогой аккаунт! Ребята, мне максимально срочно нужен калькулятор. И мы прямо сейчас вместе с вами будем считать, сколько же и все это стоит. 42к плюс куча перчаток. А сколько тут перчаток? Считаем. 5, 10, 15, 20, 24 пары перчаток. Ну давайте я возьму в среднем плюс 45к. Уже 87к. О май, как же много ножей! Это просто нечто нереальное. Это просто разрыв башки! Не, ребят, за это сходу лайк, потому что аккаунт прям нереально крутой и прям нереально дорогой. Окей, смотрим дальше. У нас сколько ножей? Раз, два, три, четыре, пять, девять. И 9 плюс 5, 14 ножей. Тут даже есть М9 Bennett Blue Blood. Вау! Какой же это крутой аккаунт. Ну давайте за все ножи в сумме плюс 25к. Уже 112к. А это только начало, поверьте вы мне. Дальше будет горячее. Вау, кстати, я всегда мечтал, что у меня был этот фан сапфира. Какой же он красивый. Братва, кто бы на него присел, плюсы в комментарии. Листаем дальше, что же мы видим? Чего? Вебгенеста трек? С 4 дрэгонами? Вы чё, мужики, в сосну въехали? Ну это минимум плюс 7к, вот плюс 7к. Обалдеть, какая же красота. АКРТХ 100 трек! Я даже не знаю, с чего бы начать. Тут прям нереально много дорогих, крутых скинов. Так, плюс 12к. FNFAL у нас уже 131к. Дальше FAMAS Fury 100 трек, которые стоят 2к. Плюс 2к. Вау, FAMAS Fury. Еще один FAMAS Fury, еще плюс 2к. М4, НК. Ну, тут, ребят, 2к. Ну, давайте примерно посчитаем, сколько все это стоит. Обалдеть, а сколько стоит такая РТХ? 32к плюс наклейки плюс 33к. 168. И теперь суммируем все эти скины. Сейчас я посчитаю и вам скажу суммарную стоимость. Все эти скины стоят еще плюс 35к. Итого 203к. Ну, я, ребята, вам забыл кое-что показать. Кое-что находится над моей головой. Это Авик ТХ! С Блэкспотом, что?
как же мне повезло! Это просто нечто нереальное, Black Spot, прикиньте! Ребята, плюс 100к сходу, плюс 100к! У меня руки трясутся, это только начало этого аккаунта, еще куча крутых дорогих скинов. Ну тут вот это все, что я вижу, плюс 15к. Плюс 15к, потому что тут есть M16 Vision StatTrak, который сам стоит по себе 4к, плюс наклейки. Ну, 15к вот это все, что видите, точно стоит. Вау, я всегда мечтал о таких наклейках, дрэгонах на M4 Night Wolf. Я не верю своим глазам, я, походу, нашел идеальный аккаунт для меня. Вы посмотрите на 4 дрэгона. Мужики, это прям очень-очень дорогой аккаунт. Какие-то крутые наклейки. То, что все, что мы видим, давайте плюс еще 20к. Итого наш аккаунт стоит 338 тысяч. Окей, листаем дальше, что же мы видим? Вот эти вот все скины с этим замечательным, прекрасным Desert Eagle Dragon Glass, это еще плюс 15к. Итого 353 тысячи. А Кэр Найт Фьюри тоже с дрэгонами. Этот трейдер был просто помешан на этих дрэгонах. Трейдер, мужик, ты че, сумасшедший? Что тебе сделали дрэгоны, что ты их так сильно любишь? Мама дорогая. 4 шилда! Так этот трейдер еще и багаюзер, да? Оказывается, еще и багаюзер! Ай-яй-яй, уж эти китайские трейдеры. Я вам скажу только одно, эти китайские трейдеры прям нереально жестко фанатеют от наклеек. У них каждый скин, каждая рарка, каждый аркан, каждый эпик. Все, блин, в этих долбанных наклейках. Туда же анкомонки с наклейками! Ну давайте за анкомонки плюс 10к. 383 тысячи. И тут у нас пошли чармы арканы, которые стоят, между прочим, очень-очень дорого. Ну что же, все эти чармы я уже посчитал заранее. Внимание, они стоят плюс 15к. 398 тысяч. А вот тут, ребята, начинается самый жесткий контент. Что же это за трейдер без наклеек? Конечно же, у него куча наклеек. И мой вам совет, покупайте то же самое, те же самые наклейки, если хотите стать такими же богатыми, как этот трейдер. Мать моя женщина! Оу май! Оу май! Я сейчас посчитаю и скажу вам, сколько все это стоит. 2000 years later. Плюс 100к! Полмиллиона! Это только первый аккаунт, я не знаю, что будет дальше. Полмиллиона стоит данный аккаунт. Дальше у нас идет куча таких дефолтных наклеек, которые стоят всего лишь, по 73 голдишки. Я их посчитал. Плюс 15к. 513 тысяч. Обалдеть! Дальше у нас идет куча эпиков, куча-куча всего. У него даже есть наклейки с Хэллоуин коллекции. Ты чё, мужик, со сну ехал? Вот это, конечно, жесткий аккаунт. Да, ребята, я, конечно, много видел в жизни, но такого я точно не ожидал. Ну что, мужики, прожмите лайкусик. Я вам прямо сейчас говорю суммарную стоимость этого аккаунта. Я все-все-все подсчитал. Стоп, давайте проверим мои запросы. Мало ли что-то продается на рынке. А на рынке у нас продаются... на рынке у нас тоже куча всего продается! Ядрыть, колотить тебя за ногу! Это что ж за аккаунт-то такой? Тут еще есть куча Rival кассиков. Обалдеть! Поставьте видео прямо сейчас на паузу и напишите в комментариях, как вы думаете, сколько же стоит этот аккаунт? Прям сейчас напиши, братанчик. Ну вот напиши. Не пожалеешь, отвечаю. Кто угадает, тот от меня получит приз. Ну что, а я пока что посмотрю, что за скины. И сейчас тоже все это буду медленно, не спеша пересчитывать. Обалдеть, тут даже есть R12 Railgun. Ничего себе, какой же это жесткий аккаунт. Есть Fury, есть G22 NES. Я не понимаю только одного. Объясните мне, пожалуйста, хоть кто-то, зачем все трейдеры выставляют скины за 9999? Зачем вы это делаете? Напишите в комментариях. Мало ли меня тоже трейдеры смотрят. Зачем выставлять скины, которые никогда в жизни у тебя никто не купит за 10к? Они их выставляют, они вообще какие-то сумасшедшие. Эти трейдеры, блин, какие-то отбитые. Все, мужики, прямо сейчас вам говорю стоимость этого аккаунта. И полная стоимость этого аккаунта с этими нереальными крутыми наклейками, с этими нереальными крутыми скинами, с этими скинами с наклейками, с этими арканами, с авиком ТХ. 600! 1000 голдишки! Илон Макс, как тебе такое? Обалдеть, я в шоках. Ну что же, ребятки, а мы перемещаемся к аккаунту номер 2. Где же взять такой же крутой инвентарь? Ответ крайне прост, на болт-дропщике. Тем более, там добавили новый ивент. Ты просто кладешь Крампуса, получаешь ману. И эту ману ты можешь поменять бесплатно на какой-то топовый дроп. Помимо всего этого, там есть болпасик, новые кассики и много всего интересного. А сверху на моей башкой ты видишь бесплатный подарок. Это секретный промечек. Ты его вводишь и забираешь свой приз. Все нужные ссылочки есть снизу, а мы идем дальше.
Опа! Ну чё, мужики, как в моей новой футболочке? А это новый китайский аккаунт! И я вам скажу так, это нереально крутой аккаунт. Первое, что им есть, на нем есть БП, купленный до 48 уровня. Дальше, что же есть на этом аккаунте, есть очень крутой прикольный ник, который, если перевести, получается не очень хорошее слово. Кто перевел, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну что же, давайте смотреть в начале профиль. Что же тут по профилю? Смотрим внимательно, и я вижу чемпион. Элита, легенда, то есть это по-настоящему активный аккаунт. И бывший владелец этого аккаунта, он был по-настоящему жестким кибером. И тут самое интересное, 5500 часов онлайна, просто прикиньте. Что, ребята, мне уже не терпится перейти в инвентарь. Погнали переходить в инвентарь, и что же я вижу? О, май! Как же это дорого! Я не верю своим глазам, мама дорогая. Так, ребята, давайте считать. Тут есть киргулд! Обалдеть! Я в шоке! Это настоящий киргулд! АКР ты хастатрек! М40 монстр! Авик ты хая богат! Это нереальный уху! Блин, какие же тут наклейки! Так, ребят, давайте все по порядку. Вот идет два ряда перчаток, это плюс-минус 20к. Дальше вот идет все ножи. Вот идет все ножи, что тут есть. Это плюс 100к. Потому что только один киргулд стоит 1070-80, да? 77 тысяч, ну, я был прав. Обалдеть, как же это круто. 120к. Листаем дальше. М40 монстр. Статрек. Чего? А чё так дорого? Вы чё, на приколе? 175 тысяч. Вы сумасшедшие. Я отвечаю, вы просто сумасшедшие. Ну, давайте возьму плюс 100к за этот М40, потому что, ну, блин, за 175к, мне кажется, вряд ли кто-то продаст. Дальше. АКР Мираж Минейс. 12к. АКР ТХ Статрек. 30к. Ну, плюс, давайте, плюс 50к. Итого у нас 270 тысяч. У меня реально нету слов. Как же это дорого! Это прям очень круто. Окей, пацаны, давайте смотреть, что же у нас есть еще интересненько тут. М41 Ев of the Tiger. 67к запрос. 86к. Окей, плюс 86к. Плюс вот эти все остальные скины, которые я не посчитал. Ну, где-то еще плюс 20к. Уже 376 тысяч. Теперь мы долистали вот до этого места. А в МТХ и G22 Frozen. Обратите внимание, какие же тут крутые наклейки. Вау, да ты шо, какая же это имба. Плюс Авик ТХ, плюс 100к. Итого 476 тысяч. И это только начало. G22 Frozen, а сколько он стоит, кстати? Он стоит 50к, плюс 50к. Итого 526 тысяч. Дальше у нас идет еще один Eve of the Tiger. Идет куча крутых скинов. И самое главное, что на всех этих скинах очень крутые наклейки. Потому что все трейдеры обожают крутые наклейки. И я не шучу. Если ты трейдер без наклеек, то ты как рыбак без удочки. О, идеально сказал. АВМ Winter Sport? Чего? 36к. Зашибись. Плюс наклейки. Ну давайте плюс 40к. Плюс все эти скины. Вот я даже уже этот М16 Винджи даже не считаю. Он стоит тоже, между прочим, 5к. Это не так-то дешево. Я просто не считаю. Это тупо хэштег пыль. Спас Октопус, который стоит тоже 1500. Я его тоже не считаю. Ну давайте за все это плюс, не знаю, 25к. 591 тысяча. Листаем дальше. Листаем дальше. Тут у нас идут всякие тут эпики. Слушайте, ну я прям в нереальном плюсе. FNFSR. Да ты шо, Санечка, снимаешь? Не, ребят, ну это прям что-то нереальное. Обалдеть. Плюс FNFSR 15к. 606к. И плюс у меня еще 6к на балике. 612 тысяч, на секундочку. И это далеко не конец инвентаря. Дальше у нас идет куча рарочек с крутыми наклейками. Вы просто посмотрите на эти, на эту рарку с 4 Хэллоуин наклейками. А, с 3 поправочка. Давайте за все-все-все эти рарки плюс 6к. 618 тысяч. Дальше у нас идут чармики. Чармики дефолтные. Шилд ветерана? А как его получить? Обалдеть, вот это аккаунт! На этом аккаунте есть шилд ветерана. Чего? Я только вижу впервые в моей жизни. Я просто в шоках. Окей, листаем дальше. Дальше идут граффити. Ну, давайте за все-все-все вот это, что я вижу. Ну, плюс 1000 голды, потому что это все максимально-максимально. Давайте даже плюс 2620к. Вот это, конечно, аккаунт. Повезло, так повезло. Я до сих пор не верю, что это все мое. Ну что, ребята, а мы перемещаемся к нашему следующему аккаунту.
И вот он, наш последний, третий аккаунт. Мне уже не терпится посмотреть, что же там есть. Ну давайте обо всем по порядку. Первое, это его медали. Медаль ветерана 2021 года. Это означает только одно, то что это очень старый аккаунт. Дальше, что же означает его ник? Его ник означает легенда. Слушайте, я не знаю, что у него ник легенда, если у него ранг Silver 2 вообще отсутствует, а в союзниках Gold 1 лучший ранг, Silver 4. Братанчик, ну ты далеко не легенда. Ну давайте посмотрим, возможно, когда давно он был легендой. Не, у него самый лучший ранг это Gold 4, вот я сейчас смотрю. Хотя во втором сезоне он был даже элитой. Фух, ребят, это самый дорогой аккаунт. Надеюсь, он реально стоил своих денег. Так, ну что, посмотрите, как много новых предметов. 999 предметов. Что? Я только начал смотреть этот аккаунт, уже КРТХ. Так, ребята, мне максимально срочно нужен калькулятор. Плюс 25к. Сходу 25. А, хотя стоп, даже 30к. 30к сходу. 30к плюс. Вот эти вот все арканы, вот эти все эпики. Я не понимаю, зачем так много всего? Зачем так много рарок? А может быть, этот трейдер бустит эти рарки? Ну давайте я за все-все-все эти рарки. Ого, каких много! Ничего! Это самый другой аккаунт, и тут так много рарок! Это что закидало, мужики, вы чё? Тут рарок 1000 на 15 голды. Давайте плюс 15к, 45к. Пока что дан... А, еще плюс 1000 на балике. 46к стоит данный аккаунт. А почему тут одни рарки? Посмотрите, тут рарок, наверное, 1010. Ладно, давайте еще плюс 15к, потому что рарок тут прям слишком много. Тем более, тут есть рарки даже P350 ралли. Если не ошибаюсь, это Rival удаленная коллекция, поэтому, скорее всего, трейдер их купил, чтобы потом перепродать их гораздо дороже. Мне интересно, у него вообще инвентарь есть? А, даже комонки? У него есть даже комонки. О, ну, комонка со скинами, ну, типа, все равно. Ну, давайте плюс 3к за все комонки. 64к пока что. Что идут? О, идут чармики. Ну, чармики тут тоже, я бы не сказал, что супер крутые. Вот наклейки мне нравятся. Вот это дорогая наклеечка. Она стоит 2к, и Rust Metallic стоит 3к. Плюс все эти наклейки и чармики, плюс 15к. 79 тысяч. А, еще и печенька есть. А сколько стоит печенька? Сколько? Сколько? Плюс 18к, я понял. 97к. Дальше у нас идут эпики и дефолтные наклеечки. Они дорого не стоят. А, дальше даже две наклейки с Хэллоуин коллекции. Два стикера Evil Pumpkin. Листаем дальше, дальше, дальше. Ну и давайте опять Хэллоуин коллекции. Ну давайте еще плюс 15к за все эти наклейки. 112 тысяч. Я не понимаю, тут вообще инвентарь есть или нет. Есть шилды, есть граффити. Ну тут посмотрите, все эти скины он купил как будто недавно, потому что везде есть приставочка New. Я говорю, он какой-то псих. О! Пошел инвентарь, пошел инвентарь. Так, ну давайте за все эти граффити и наклейки плюс 3к. Пошел инвентарь! Обалдеть! Origin Касик! Я Origin Касики не видел овер много времени. Сколько они стоят? По 10к каждый. Считаем. Два Origin Касика, 20к. Плюс 20к. Уже 135к. Плюс Furious Касик, который стоит на секундочку плюс 1к. Плюс 1к, 136к. Дальше куча Rival Касиков. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 штук плюс 4к. Уже 140к голдишки. Дальше куча Скорпион Касиков. Каждый из которых стоит, ну давайте по 200 голдишки. Округлим, тут их тоже, ну наверное, штук 50. Плюс 10к. 150к. Хеллпак! Блин, а может Хеллпак откроем? Ну и чем, могу себе позволить, не? Хеллпак, обалдеть. Плюс хеллпак, плюс 7к. Я этих хеллпака не видел овер много времени. Хэллоуин чармпак, 4 штуки. Кажется, который стоит по 3к, то есть суммарно плюс 12к. 169 тысяч. Куча ножей, куча перчаток, куча-куча всего. Вот это инвентарь. Давайте еще плюс 15к. 184 тысячи. Дальше у нас идет USP Geometrix Tetra, который стоит 15к. Этот аккаунт уже стоит 200к. Уже 200к. Это уже неплохо. Дальше куча-куча аркан, которые я все вместе. О, по вот этот момент плюс 10к. Плюс 10к. 209 тысяч. АКР 12 Railgun. Статре. 5к сходу. 5к. Ребята, поставьте видео на паузу прямо сейчас и напишите в комментариях, как вы думаете, сколько же стоит этот аккаунт. Мне очень интересно посмотреть, что же тут есть еще. АВМ Спорт 3, АВМ Спорт 2, плюс 6к. Так, я вам пока что цену показывать не буду, но я скажу честно, пока что, ну, нормально, нормально. М16 Винджет, 500 голдишки. М16 Аренвилл, тоже 300 голдишки, уже 800. Плюс вот эти по 400. Ну, короче, суммарно вот это все плюс где-то 5к. USP Genesis! Да! 30к, 30-ка сходу!
30-ка схода, мужики! Так, ребят, ну прям инвентарь меня очень сильно радует. Куча чармиков, 5 штук. Плюс 2 косарика, 267. Стикер Shadow Kitsune, 2К! Ой, блин, стикер Toxic Color, он тоже дорогой. Плюс 6К! Ничего себе, сказал я себе. Обалдеть и встать. Вот это инвентарь, вот это я понимаю. Ну что же, ребята, я вам говорю прямо сейчас правильную стоимость этого аккаунта. Итого, стоимость этого аккаунта 290 тысяч голдишки. Ну, как по мне, очень-таки даже неплохо. Ну что ж, уважаемые подписчики, если понравилось подобное видео, прямо сейчас спрашивайте лайкусик и подпишитесь на мой канал. И сколько комментариев вы напишите, сколько голдишки я подарю кому-то из вас. Поэтому прямо сейчас пишите в комментариях. Ну и, конечно же, подписывайтесь на мой ТГ. Потому что я там дарю бесплатный ножичек М9 просто за подписку. Ссылка в описании. Ну что же, с вами был ваш Кентурга. Всем удачи, всем пока-пока.